Друзья, всем привет! Вот, короче, пришел я домой и решил поужинать. Это у меня тут замороженные вареники с картошкой. Вареники домашние. Там мне моя подруга приготовила. Вот. Ну, мы готовили с ней там, ели, да, а часть она мне заморозила и поставила в морозилку, чтобы я себе готовил. Вот так что вареники с картошечкой. Я тут воду поставил. Вот, сейчас вода закипит. И брошу тут варенье. Так, сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? Восемь. Четыре. Не, какие восемь? Девять. Вот четыре. Девять вареничков. Но они такие, видите, довольно такие большие. Так что сейчас, друзья, сварю их и буду кушать. Домашние варенички, приготовленные ручками любимой девушки. Друзья, ну вот вареньки сварились. Вытаскиваем их, да? Чтобы они, их тоже надо, чтобы они не переварились. Так, один вареничек. Блин, они такие большие стали, в объеме увеличились вообще. Два. Блин, немножко передержался, один разварился. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще один разварился. Короче, два разварились, семь нормальные. Блин, значит, передержал, надо было раньше ее снимать. Огонь я меньше убавил. Так, немножко переварились. Ну ладно. Тогда в следующий раз надо, наверное, огонь поменьше. И варить, наверное, поменьше. Так, сейчас я посмотрю, друзья, есть ли у меня сметана. Вроде бы была, чтобы со сметанкой. А, вот, вот есть, друзья, сметанка. Короче, будут у нас вареники со сметаной. В общем, друзья, приятного вам аппетита. Давайте вместе с вами покушаем такую вкуснятину. Вареники, варенички, варенички, варенички. Так, друзья, возьмем сметанки. Сметанки. У меня тут освещение такое фиговое, друзья, поэтому немножко качество изображения будет плохим. Вот, вот такая сметана Авидо, сметана 20% жирности. Так, сейчас. Так, мы сметанки. Сметаночки, сметаночки. Так, ну что, погнали, друзья. Так, блин, горячая. Тарелка горячо держать. Вкуснятина. Да, немного я их переварил. Надо было поменьше варить и огонь поменьше убавить. Хотя я убавил огонь поменьше, но недостаточно. Не, ну только два вареника разварились, а так остальные все целые. Вкусненькие. Короче, тут картошка, да? Начинка. И картошка перемешана с жареным луком и с мелко нарезанным жареным салом.
Так вкусненько. Настоящая вкуснятина, друзья. Очень вкусно. Очень вкусно, тут же смачно. Вообще обожаю вареники с картошкой. И такое блюдо недорогое. И такое вкусное. Но они, в чем суть? Это, они вкусные, когда горячие. Вот когда они уже остынут, они уже невкусные. А вот когда только сваренные они и горячие, они вкусные. Они офигенные, друзья. Просто супер. Горячо. Со сметанкой. Вкуснятина. Друзья, как вкусно. Тем более вкусно, когда приготовлены любимой девушкой. Ручками любимой девушки. Это же так вкусненько. Друзья, ну-ка попробую я сейчас взять маринованные огурчики. И с маринованными огурчиками еще буду кушать. Сейчас, подождите мне секунду. Вот такие вот у меня маринованные огурчики. Микадо. Микадо, микадо, микадо. Сейчас мне нравится рассол. Короче, варенички с картошкой, со сметаной, с огурчиками и с рассолом. За тема. Вкусно, друзья.
кто-то написал в комментариях, типа, как ты можешь пить этот рассол, и там один уксус. Тут уксус есть, конечно, но он как бы в нормальном количестве. И рассол вкусный. Мне очень нравится такой перчененький. Введение. Вареники с картошкой. Рассолчик, огурчик. Сметанка. Огурчики, огурчики, корнишончики. Друзья, вкусно я покушал. Спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Всем буду очень рад. Друзья, буквально всем буду очень рад. Подписывайтесь. Пишите комментарии, по возможности каждому отвечу. Ну и всем пока, всем счастливо. И до новых встреч, друзья. И не забывайте, что вы самые лучшие в мире подписчики. Я вас всех люблю, ценю и уважаю. Все, друзья, всем пока. До новых встреч.